Всем привет, друзья! Сегодня у меня для вас вкусная малосольная скумбрия. В общем, рецепт обалденный. Здесь у меня скумбрия, нарезал на вот такие вот кусочки. Вес в чищенном виде 550 грамм. Вот такая вот форма у меня, в которой буду мариновать. Одна такая большая луковица, нарезал полукольцами. Половину выкладываем на дно. Выкладываем рыбку. Сверху остальной лук. Здесь у меня 300 мл воды, она уже закипела. Добавляем 1,5 столовые ложки соли, 1,5 чайные ложки сахара. Добавляем приправы, значит, вот такие вот лавровый лист, кориандр в зернах, гвоздика и черный перчик добавляем. Добавляем 1,5 столовые ложки яблочного уксуса 6%. 1,5 столовые ложки растительного масла и 1,5 чайные ложки копченой паприки, именно копченая. Вот такими вот хлопьями добавляем. Буквально 30 секунд и выключаем. Все, теперь ждем, пока маринад полностью остынет. Заливаем маринадом. Вот так вот, друзья. Вот такая вот вкуснятина. Теперь накрываем крышкой и отправляем в холодильник минимум на 12-15 часов. Вот такая, друзья, красивая, аппетитная получилась скумбрия. В общем, кто не пробовал, обязательно попробуйте. Очень классный, вкусный рецепт. На этом, друзья, все. Всем спасибо, кто смотрел. Обязательно пишите комментарии, делитесь, подписывайтесь. Всем мира, добра, удачи. Пока.